Привет, вас на канале Asmode Play. Мы продолжаем играть в Cave Whitehin 2. Надеюсь, правильно прочел. Продолжить. Глава 15. Конец этого мира. Да, давненько не играл, конечно. Не знаю. Управление уж даже не помню. Где мы остановились? Так, что у меня имеется? Понятненько. Ой, а я даже не знаю, куда мне наверх. Откуда я пришел? Снизу, сверху, откуда? Давайте-ка наверх попробуем. Говорю, давненько не было. Патроны. Взобраться. Так, ладно. Куда мне тут можно? Подожди. Ага. Так, не понял, закрыто. Блин, блинский. Как решить этот вопрос? Так, а если я отсюда пришел и спускался наоборот вниз? Ладно. Ну, как вариант, что я приходил оттуда. Слизь непонятная какая-то комочками. Опа. Мира! Стой, куда ты? Ой, балбесина. Вот так. Должен от них избавиться. Тогда я до нее доберусь. Вот так. Ага. Сойдет. Что там? А, надо было их убить, да, чтобы разбить. Ну, ладно. Так, хорошо. Надеюсь, она не ушла далеко. Да я вроде как бы не сильно-то по ней соскучился. Что здесь? Ай-яй-яй, арбалетные болты электрические. Где у меня арбалетный болт? По максимуму, значит. Не понял, я слышал. Это что, какие болты? Это простые болты. Я слышу, где-то кто-то есть. Возможно, он под машиной. Это что, дробовик? Нет? Нет. Ладно. Не идет. Ладно.
направление только одно, глава 15, а их, наверное, глав 20, наверное. Я так уверен, что главы-то кончаются уже. Все. Хорош, сколько можно. Ох ты! А их тоже трое было. Вот тебе и раз. Так, что я поднять не смогу ничего, да? Ай-яй-яй, все обрушилось. Что у нас имеется? Блин, так-то игрушка старинная. Почему в нее люди не играют, перестали играть? Аптечка максимальная. Ага. Ну, я в смысле должен был выпендриваться, да, кого-то там бегать втихаря, убивать их, стараться. Ни хрена ни такого не будет. Еще раз обвались. А, нет, не обваливаться. Вон она. О, Господи. Да стой. Так, у меня где-то было. Последняя тварь. Опа. Вау. Понятненько, ладно. Блин, подожди, а я как-то могу же смастерить, нет? Ну-ка, блин, главное меню загрузить, параметры. Управление. Назначение клавиш. Где у меня быстрый бросок? Нет, это не то. Атака, скрытое убийство, прицеливание, перезарядка, ускорение, скрыть, укрытие. Взаимодействовать. Нет, взять коммуникатор. Г. Ну, так все правильно. Блин, блинский. Патронов-то так-то много. А вы что думали, в смысле, я с ним буду это долго церемониться? Да, он меня чуть не убил, кстати. Ну давай. На всякий случай еще раз. Опа. И все. Yeah.
Аптечек и тому подобное мне хватает. Ай-яй-яй. Так, это я просмотрел уже, да? Да, это я просмотрел. Опять колокольный звон отмерил что-то. Только я еще не разобрался, чего он мерит. Мира! Куда ты идешь? Я не дам тебе навредить, Лили. Да я и не собирался. Навредить? Да я никогда. Я люблю ее. Твоя любовь ее не защитит. Это могу только я. Я велела тебе уйти. Вся в какой-то проказе, я не знаю. Женушка, тебя же чуть не убили. Я тебя спас, и все равно тебе мало. Ну-ка, циц. За последнюю. Нет, не за последнюю. Фух. Клише все испортил. Ай-яй-яй. Куда это я в пропасть? Между. Нельзя отдавать ей Лили. Блин, ты шевелишься через раз, ты пока дойдешь, нахрен там пол игры уже пройдет. Ой, господи. Это ваш. Че же еще? Наверняка она там. Теперь нельзя останавливаться. А ты не останавливайся. Глава 16. Что тут есть? Так, тут нету ни хренашеньки. Есть уже заряженные шприцы, чтобы мне самому не делать. Тут нету пока ничего такого. Чем бы я мог порадоваться? Ага, надо отдышаться. Они потеряли бдительность. Юнион функционирует гладко, и они уже не так пристально за ним следят. Сейчас или никогда. Мы освободим Лили до того, как они нас заметят. Когда она выберется, мы станем почти невидимы. Ты уверен, Теодор? При твоем высоком положении, если тебя поймают... Я уже принял решение, Кидман. Я больше не могу спокойно смотреть, как они используют бедную девочку в своих целях. Ублюдок. Он все продумал еще до того, как попал сюда. Тварь такая. Еще на девочку, на одну маленькую девочку падает.
Это что за статуя? Эсмеральда в Юнионе. Ждет указаний. Пошли, Мира. Пора. Ты уверена, Мира? Если станешь ядром, ты... Я знаю. Но если я передумаю, они выследят Лили и вернут ее обратно. Я не могу этого допустить. Пообещай мне, что когда все кончится, ты передашь Лили Себастьяну. Обещаю, Мира. Что ж... Пора прощаться. Мира планировала стать ядром? Ну пока все вроде, да, воспоминания собирают. У меня там еще, наверное, главы будут. Ну, 21 из 24, я думаю, неплохо собрал. Точка резонанса. Сейчас, подожди, я посмотрю, что здесь. Нету ничего. Вот она. Скорее, Теодор, давай. Что ты делаешь? Ты что, правда думала, что я позволю тебе уничтожить Мёбиус? Они, конечно, недальновидны, но представляют для меня большую ценность. Когда я буду контролировать их, когда Стэм окажется под моим контролем, тогда они раскроют свой потенциал. А теперь отдай ее мне. Только через мой труп. Ну, как тебе будет угодно. Так вот, когда все это случилось. Вот, когда все начало разваливаться. Что за поворотом? Можно сюда, да, зайти? Это мои находки. Это мой кабинет, только он сломан почему-то. Смотрите, почему для вас важно это фото? Для дополнительной симуляции жизни системы СТМ. Стефан Валентин. Нет. Видите, уже все не так. Уже все не так и все не то. Сохраняем. А, нет, мы не сохраняем, подожди. Так, сохранились, ладно. Вроде у нас пока все есть. Наш кабинет разрушен, мы поняли это. Кардиостимулятор у меня, бля, на вылет пошел. Какой-то водопад, будь здоров, спасибо. Да. Господи, что я сейчас видел? Всем на зависть. Ладно. О, следы. Подождите, я по следам пойду. Я уверен, что так должно быть. Молодец. Теперь ты для нее опасна.
Как бы то ни было, она спасла. Опасно или нет, это уже не важно. Кстати, вот в такой обстановке Call of Duty напоминает. Горы, заборчик, линейное прохождение, ограниченные возможности. Догнал. Мира? Это ты? Себастьян. Что не так? Зачем ты воюешь со мной, Мира? Ты не понимаешь. Так объясни, если не понимаю. Это наш новый дом. Лили будет здесь счастлива, свободна от всех страхов, от всякой боли. Я уж почти всех перебил. Мира. Так не бывает. Боль — это часть жизни, как и любовь. Правильно. Оставшись здесь, она не получит жизни без страха. Жестоко, но правильно. Потому что это вообще не жизнь. Ты не понимаешь. То, что они с ней сделали, я могу ее защитить. Нет. Пожалуйста, дай мне ее вытащить. Идем вместе. Мы будем семьей. Что ты замолчала? Тебя же что-то уничтожает. Нет. Это видно. Я никому не позволю ее у меня забрать. Нет. Прошу тебя, Мира. Еще есть время. Мы можем уйти. Я не оставлю дочь здесь. Вот я сомневаюсь, что мне, конечно, поможет этот пистолет. Прошу. Любой, кто попытается, умрет! Не вынуждай меня делать это! Жену застрелил, что ли? Да она ж вроде как невозможно застрелить ее так-то. Или возможно? Одну ипостасию только, да, застрелил. Господи, это глаза у нее? Под маской были глаза вот это, под этой хренью. Что это такое? А вот прицом баллончиком-то ее брызгать. Распылила дом. Вызвала монстра. Сама стала монстром. Боже правый. Ты напал на меня. А с ней что сделаешь? Я не позволю. Черт побери, Мира, хватит! Подумай, что ты делаешь! Не понимаю, как с тобой бороться, конечно. Я не хочу этого делать, Мира! Эй! Ты меня остановишь! Прошу тебя, Мир!
Мира! Я знаю, что ты еще там! Остановись! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рука что, обратно прирастет? Я не хочу этого делать. Я должна защищать. Прости. Мира. Ну, автомат. Это, кстати, помог. Помог автомат-то. Я что, остановил тебя, чудовище? Это, кстати, моя жена была. Чудовище? Монстр! В меня прилетело заслуженно, конечно. Но суть игры это не изменило. Моя жена монстр. Да, я еще раз повторюсь. Господи! Бульбазавр у меня, да? Нет? Нет. Ладно, ну игра есть игра. Не надо в игру заходить. Смотри, какая она красотка. Господи. Как увидишь, блевать охота. Лицо, не лицо, а просто желе какой-то. Сыр плавленый на пицце. Она сама-то вроде как... Хрен пойми что. За грязь, какая власть, какая грязь, и как приятно в эту грязь упасть, послать чертям манеры и контроль, сорвать все маски и быть просто собой и не стоять за ценой. А во благоверная вернулась в свой обычный вид. Ну что, живая, нет? Жинка-то твоя. Мира. Очнись. Да, с моим графиком работы записывать придется очень долго. Прости меня. Два с половиной дня работаешь, полтора дня отдыхаешь.
Еще и надо время на запись найти. Нет. Помимо своих рабочих и домашних дел. Я себя не контролировала. Ты все правильно сделал. Да уж не сомневайся. Спасибо. Как хорошо, что ты жив. Ты должен забрать Лили. Заберу, не беспокойся. Вытащи ее отсюда. Я всех нас вытащу. Лили! А ну давай. Слишком далеко. Брось меня. Просто забери, Лили. Брось меня. Ты бросил Нет. меня. Ты Лучше бросил меня. Брошу. Ты должен. Я упала в лужу, все выбрызгав тебя. Должен. Иди. Я догоню. Мы встретимся. Сейчас ты нужен Лили. Пожалуйста, быстрее. Ну давай. Будь мужиком. Это у меня 16 глава кончилась, да? Еще главы 4, наверное, будет. Я надеюсь, до 20 главы, надо да? Скорее к дому. 17 глава началась. Так, оружие у меня пока никакого не высвечивается. Почти дошел. Только дождись меня, Лили. Так, а где-то есть какие-нибудь обоймы, что-то еще? Магазин, увеличение емкости, патронтажа. И тому подобное. Опа, что за хрень? Обрушаю сеть вам. Мы восстановили контакт, сэр. Где он? Точное положение пока не ясно. Стоп. Ядро обнаружено. Маркер идет к ней. Отлично. Проинструктируйте маркер, как восстановить ядро. Не хочу вас расстраивать, сэр, но мы опоздали. Мир слишком сильно поврежден. Даже если ядро вернется на место, полный коллапс Юниона неизбежен. Пусть так. У нас есть Стэм. Начнем сначала. Нам нужно ядро. Такую ценность бросать нельзя. Пусть медгруппа готовится извлекать. Сколько времени? Смотря как быстро он доставит ее к точке извлечения. Они близко, так что скоро. Медгруппа на месте и готова действовать. После извлечения медгруппа должна уничтожить маркер. Он свое дело сделал. Да, сэр. Черт. Кит, свяжись с ним и проинструктируй. Я спасу дочь, но умру сам. Ну, момент настал, Кит. Кит, ты меня слышала? Да слышала, слышала. Да, слышала. Ты собираешься выполнять приказ? Конечно. Вы не можете его убить. Еще Чего? Как можем и убьем. Здесь, в реальном мире, он сразу станет проблемой. Ну, объясни ему, где точка извлечения. Давай, Кит. Он подписал себе смертный приговор, как только вошел в Стэм. Так что выполняй приказ, не подписывай приговор себе. Нет. Решила предать нас? Очень жаль. Я на тебя рассчитывал.
А они уже подготовлены были. Ну и такие, я подготовлена. Она. Второму на. Падла, предусмотрел. А чё ты в него сразу не стрельнул? Она была сразу бы стрелять с него. Гидман вооружена. Ни за что. Вы её прижали. Сами валите. Проверьте, что с администратором. Чёрт. Все сотрудники охраны, зал управления. Все сотрудники охраны. Надо скорее, пока еще не явились. Не дайте ей уйти! Беги, беги, беги! Лили! Ее комната наверху. В точке извлечения. Так, загадочная игрушка. Ох ты! Устройство этой игрушки нам очень странным, но что-то заставляет нас ее подобрать, выходить и носить ее с собой, но решайте оставить это у себя в кабинете. Вот еще одна коллекционная игрушка. На сейф монстра. Поднимаемся на второй этаж, где мы видели рисунки ребенка. Твою мать. Как мне ее забрать? Точка извлечения все равно нужна нам. Как ни крути. Как ни крути, а точка извлечения нам нужна. Девочка моя. Папа. Это я, Лили. Я пришел. Это правда ты? Чш, это правда я. Я заберу тебя домой. А мы разве не дома? Нет, детка. Но скоро будем. Я так устала. Засыпай. Когда проснешься, все будет хорошо. Засыпай. На руках у меня засыпай. Засыпай. Под пение дождя. Далеко. Там, где небо кончается край. Ты найдешь потерянный рай. Она у меня. Пошли. Уходим отсюда. Прости, Себастьян. Я не могу. Нет, ты можешь. Если надо, я понесу вас обеих, но я не оставлю... Нет. Надо остановить Мёбиус. Да к черту Мёбиус. Мы и без того им слишком много отдали. Мы можем уйти. Все вместе. Убежим туда, где они не найдут нас. Нам негде спрятаться. Они повсюду. Лили всегда будет в опасности, пока я их не уничтожу. Ладно, я подожду. Когда с Мёбиусом будет так не покончено... Не получится, Себастьян. Это можно сделать только изнутри. Стэм — это не только это место. Все члены Мёбиуса связаны с ней через чипы в голове. Приняв функции ядра, я смогу передать сигнал, даже если Юнион распадется. Этот сигнал покончит с Мёбиусом раз и навсегда. Но мы же наконец-то вместе. Выбора нет. Это часть плана, так задумано. Прости меня. Мира. Обещай мне заботиться о ней. Пусть она знает, как сильно мама ее любила. Мира, мне столько нужно сказать тебе.
Вот так вот, за место слов. Не надо ничего говорить. Я ведь все это видела. Знаю, как ты страдал. Что с тобой сделали? Что я сделала? Ты не заслужил этого. Ты дважды прошел через ад. А теперь тебе пора. Пора. Пора, брат, пора. Проживи жизнь, которую у тебя отобрали. Я люблю тебя, Мира. И я тебя люблю. Вас обоих. Потому я это и делаю. Времени больше нет. Уходите скорее. Ну давайте, подонки. Так, подключаемся. Тревога, тревога. Ситуация Альфа-1. Тревога, тревога. Ситуация Альфа-1. Черт! Мы ее прижали! Убить ее! Они не отступят. Надо попасть в зал STEM. Спуститься вниз по лестнице. Всем сотрудникам охраны собраться... Я хочу автомат поднять. Держись, Себастьян. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уже почти. Всем сотрудникам охраны собраться в зале STEM. Ай-яй-яй-яй. Мира, надеюсь, сработает. Выводи. Лок открыть. Или закрыть. Чем-то похож ты на... просто обрекаешь себя на... У Халвы. Сама ведь знаешь. Гэмэн был. Так и этот похож чем-то. Я вывожу его, спасаю его. Надежды. Могла собрать в своих руках такую силу. И вместо этого решила от всего отказаться. Почему? Потому что. После всего, что видела, что сделала. Что вдруг за кризис совести? Из-за этого человека? Из-за ребенка? Нет. Из-за меня. Подумай, что ты делаешь, Кит. STEM нужна всем, представь! Единое сознание для всего человечества. Больше никаких войн, никакого неравенства. Никакой боли. На с чего бы? Бред. Пути назад нет. Надеюсь, ты права, Мира. Себастьян. Кидман, она у меня. Куда идти? В свой кабинет. Ладно. Но Мира со мной не пошла. Ты знаешь почему. Да. Времени мало. Я на тебя надеюсь. Давай. На Миру надейся, а сам не плашай. На всякий случай посмотрим, что тут было. Не волнуйся, Лили. Мы почти на месте. Ага, свернуть не могу. Лили! Боже мой! Рушат мир. А ты как хотел? Ты бы видел, что там, кто он?
про это полубог или бог, кто он там? Вар какой-то был. А, они на планету прилетели. А, космические рейнджеры, может, на планету-то прилетали. Там эти, за зверем-то. Плиты такие гигантские, да. А, нет, не космические рейнджеры, Стражи Галактики, господи, Стражи Галактики были. Скоро мы будем дома. Совсем скоро. Все, мы дома. Еще не поздно остановиться, Кит. Опомнишься? Обещаю убить тебя быстро. А иначе наказание за твое предательство войдет в историю. О да, я войду в историю. Как человек, остановивший вас. Мир без выбора — это не утопия. Улей функционирует только, когда во главе есть матка. Присоединись или умри. А знаешь что? Есть третий вариант. И это пошел ты! Ты такая дура! Что вызываешь восхищение? Очень обидно вот так потерять тебя, Кит. Что? Ты что, правда думал, что я твоя марионетка? Да я вынула чип 3 дня назад. Неважно! Сегодня ты умрешь. Так или иначе. Посмотрим. Лошара. Давай же, Себастьян. Да, ты просыпайся. Не осталось. О, входящее сообщение. Да уходи ты, придурок. В зеркало уходи. Лили. Себастьян. Я вас люблю. Теперь все будет хорошо. Она уничтожает этот мир. Система подключена к работникам Медиуса. Завершающий этап близко. Остальное зависит только от вас. Я знала. Отключение. А давай еще пережги им все бошки поджарь. И никого. Вот тебя тоже, да, чип в башке был. Поздравляю, идиот. Не волнуйся, Себастьян. Все хорошо. Лили? Где Лили?
Помоги мне ее вытащить. Встань вон там. Давай. Давай. Встаю. Быстрее! Они и без этого открывались. Вот так, дочурку спас. Папа, это правда ты? Это правда я. Да, Лили, это правда я. Мне приснился такой страшный сон. Чш, я знаю, Лили. Но ты проснулась. Кошмар кончился. Больше тебе нечего бояться. Это ведь правда? Мы действительно выбрались. Мне не показалось? Правда. Все правда закончилось. Благодаря Мире. Мумушенька. Почти настоящий кот. Пошли. Пора отсюда убираться. Бери дочь. И сваливаем. Ну вот. Хорошая концовка. Правда, жена померла. Ну ничего. Вот, молодая. Кожанки будет. Женой теперь. А этот аппарат, по идее, уничтожить надо. Второй раз на него уже натыкаемся. Ну что ж, на этом все. Вот уже и вторая часть игры нашей закончилась. Да, было интересно. И, кстати, вот это, мне кажется, более интересно, чем та часть. Так что играйте, проходите. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Пока!